Новогоднее праздничное настроение продолжает царить в Полесском драматическом театре и у этих 117 юных участников интерактивного представления. Инициатором и спонсором мероприятия выступил районный отраслевой профсоюз работников сферы агропромышленного комплекса. В рамках проведения постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы детям» райкомом АПК было также оказано и приюту спонсорская помощь, также все практически райкомы, ну не практически, а все участвуют в данной акции. То есть это не только в рамках проведения новогодних мероприятий, ну а также помощь к школе. То есть мы постоянно заботимся о детях. Каждый год Полесский драмтеатр готовит новогоднюю шоу-программу с большим количеством задействованных артистов. Яркие декорации, костюмы, зажигательные танцы, конкурсы и фотозоны. Попасть на представление удается далеко не всем. Билеты на театральный утренник активно раскупают. Однако благодаря районному профсоюзу возможность бесплатно окунуться в атмосферу праздника и веселья есть даже у жителей отдаленных сел. С хорошим настроением, фотографиями на память и сладким килограммовым подарком, полученным из рук Дедушки Мороза, уедет домой Ксюша Литвинчук. Я приехала из Плещет. Мне понравились герои на сцене. Танцы понравились? Да. Будет что вспомнить и рассказать родным и друзьям и другим ребятам. И Заснежец, Лопатина, Кончиц, Ласицка, Нового двора и других населенных пунктов Пинского района. Мне понравилось, как Дедушка Мороз пришел. Кто еще? Снегурочка. Мне очень понравилось, было очень интересно. Мне тоже очень все понравилось. А тебе что понравилось? Кто тебе понравился? Какой персонаж? Мне понравился Снеговичок. Нам очень понравилось, мы в восторге, прекрасно все поставлено, в общем, прекрасная аудитория. Все очень хорошо. Новогодний марафон добрых дел от Пинского районного профсоюза на этом не заканчивается. Уже скоро представители профсоюза сферы АПК привезут хорошее настроение и подарки малышам из детского сада в приграничном Ласицком сельсовете. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».